Перекличка и начало занятий. Первый урок – литература. Дмитрий Меркин шестой год работает в вечерней школе исправительной колонии номер 7 города Мелеуз. Раньше он преподавал в общегородской школе, в колледже и вузе, но работа в пенитенциарной системе оказалась интереснее. К тому же мужчин-филологов немного, а в школе исправительной колонии работают только они. Здесь есть своя специфика, здесь есть свои особенности. Если кто-то считает, что это просто, он глубоко ошибается, потому что, ну, простой пример, мотивация. То есть, когда человеку уже ближе к 30, возникает реальный вопрос. Если он осужден уже не первый раз, то есть он рецидивист, а у нас в нашем заведении других нет. Те, кто первый раз попал, они здесь не отбывают. Как мотивировать его к учебе? Чем мотивировать, если он давно уже махнул рукой на свой жизненный путь, по тем или иным причинам, сложившийся именно так? Поставить двойку? Смешно, вы понимаете. Вызвать родителей, они скажут только спасибо за внеочередное свидание. Вот. То есть те приемы, которые работают в обыкновенной школе, абсолютно не работают здесь. Если я досчитал, достучался до 1-2 человек, я считаю день удачным. Это не значит, что он немедленно перековался и перестал вести антиобщественное образ жизни. Нет. Но то, что я заставил его задуматься над чем-то, это уже здорово. Для меня было открытием, что очень удачные уроки у меня обычно получаются по Куприну, гранатовый браслет. Сама мысль Куприна об утрате общечеловеческих ценностей, о том, что любовь, понятие мы извратили, вот, многих задевает за живое. И у нас нешуточные дискуссии возникают. Некоторые осужденные читают Кастанеду, Кафку, любят такие произведения, как «Мастер и Маргарита», «Война и мир», «Преступление и наказание». И такое тематическое немного, да, название у самого произведения – это Достоевский «Преступление и наказание». Вот мне как бы, ну, то есть, ну, что-то, да, в этом свое есть, и поэтому, может быть, вот именно и запомнилось. И я думаю, что надолго запомнится, как бы вот именно это произведение понравилось. Им уже самим было интересно высказать свои мысли по поводу преступления Раскольникова. Ведь в какой-то степени, ну, они такие же Раскольниковы, потому что людей со статьями 105 обучаются достаточно много. Всего в школе 230 учеников. Они осваивают программу с 7 по 12 классы. У нас здесь учатся взрослые люди, которые по тем или иным причинам не смогли получить, допустим, среднее или основное общее образование. Ну, начальное, как правило, получают все. У нас лица до 30 лет, которые не имеют основного общего, среднего, полного общего образования, они подлежат обязательному обучению. Свыше 30 лет лица могут получать образование по их желанию. Есть такие люди по республике, это в пределах 150-200 человек. Вообще у нас создана одна школа, которая занимается обучением лиц, отбывающих наказание по республике Башкортостан. Кроме того, по республике есть 4 филиала. 2 филиала находятся в Уфе, 1 филиал находится в Серетамаке, и в настоящий момент мы находимся в 4-м филиале, который расположен в городе Мелеуз. По всей республике около 2000 человек, которые получают образование. Обучением лиц занимается педагогический коллектив, который состоит из 107 человек. Согласно базисному учебному плану, у нас изучаются предметы русский язык, литература, алгебра или математика, алгебра начала анализа, физика, химия, биология, английский язык, башкирский язык, история, обществознание, история и культура Башкортостана. Алексей учится в 11 классе, ему 26 лет. После окончания школы он планирует поступить в училище. Срок наказания позволяет. Жить в настоящем мире при современном обществе, не имея хотя бы общего образования, не то чтобы невозможно, я бы даже сказал, дико. И вот именно эти недостающие, неполученные своевременно знания нам дает эта школа. Но все-таки главное, на мой взгляд, конечно, это же сама атмосфера, которая позволяет отвлечь от всех своих душевных переживаний. И, как бы, знаете, развеять эту серую обыденную тоску при этом общении с замечательными людьми.
Я думаю, что каждый, кто обучается в нашей школе, согласится разделять со мной слова благодарности к людям, которые дают нам эти знания, и принимают самое непосредственное участие в нашем духовном и нравственном перевоспитании. Окончив школу, осужденные могут продолжить обучение в профессиональном училище номер 137. Оно, кстати, находится в этом же здании. Сдавать экзамены не нужно, нужно всего лишь написать заявление. И желающих немало. В этом году их более 300 человек. В училище обучают на электриков, сварщиков, токарей, плотников, бетонщиков и швей. Директор училища Юрий Мажейкин радеет за свое дело, гордится им. Он и провел для нас экскурсию по учебному заведению. Оператор сверенного оборудования, здесь и мастерская, здесь и класс. Вот. Присаживайтесь. Значит, сделай потише, пожалуйста. Вот. Особенность еще обучения в чем? Мы не только, как говорится, показываем, но это за счет телевизоров, которые имеют вход. У каждого имеется своя флешечка. И у меня в том числе флешка. Вставляем и полностью уже в действии. Такое, конечно, ну, это ноу-хау пока что для нас. Пойдемте в мастерскую. Вот они делают. Вот они то, что сделано своими руками. Вот мы делаем костюмы для сварщиков, рукавицы, вот, вот фартуки. Он говорит, ну, то есть всю продукцию. Вот эта мебель изготовлена руками сварщиков. Сварщиков и руками наших столяров. Мы не закупаем нигде. Она полностью сварена, вот эта вот сварочка. Единственное, фурнитуры вот эти мы покупаем. А остальное все сделано внутри нашего города. Почему? Потому что деньги все-таки государственные, их надо еще беречь. А расточать что? Вот, пойдемте дальше. Это мастерская, мастерская электриков. Времена сменились. Сейчас, чтобы получить профессию на свободе, нужно заплатить энную сумму. Так? А здесь они обучаются бесплатно. И поэтому люди стараются приобрести не одну профессию, а несколько профессий. За время отбывания наказания я освоил уже 6 специальностей. Срок большой. Подходит к концу. И получил специальность электромонтер, бетонщик, сварщик. Ты в другой колонии крановщика получил. На данный момент учусь на мастера общестроительных работ. Работаю на промышленной зоне, на швейном производстве. Думаю, что трудоустроюсь, в принципе, по любой из полученных специальностей. Они все востребованы на рынке труда там. Но я считаю, что зачем терять время, бестолково проводить его. Я, в принципе, на свободе, я беспрерывно учился, не доучился. Ну, закончил техникум, поступил в ВУЗ и попал сюда. Дипломы мы даем, будем говорить, общегосударственного образца о начальном профессиональном образовании. И особенность, конечно, в этом документе, он идет, там написано 137-е училище, все. Там не написано, что мы принадлежим к системе федеральной службы. 97% прошлого выпуска трудоустроено, 3% освободилось. Да и они находят работу. Юрий Александрович вспоминает, как к нему за справкой об обучении приходил человек, который освободился из исправительной колонии номер 7. Устроился на Сахалин-2, у него самый высший разряд сварки. И сейчас он говорит, для чего тебе справка? Он говорит, в Уфе, 2 месяца подводные сварщики. Это вообще, говорится, ну, исключительно. Семья есть, квартира есть, дети есть, машина есть. Говорит, все довольны. Я говорю, а может быть к нам? Он говорит, нет, все, теперь уже не поеду. Вот, поэтому дай бог, чтобы наши вот эти профессии, которые мы давали, они пригодились ребятам. Училище
училище производства. Все взаимосвязано. Те, кто работает в первую смену, учатся во вторую. Кстати, сейчас подходит к окончанию первая производственная смена. Время 16:30. Швейное производство в исправительной колонии номер 7 города Мелеуз самое массовое. Здесь работают 1000 человек. Всего отбывает наказание 1500 осужденных. Алина Таюпова, Сафар Бахышев, телеканал ЮТВ.